Привет, дорогие подписчики моего канала, а также его зрители. Большое спасибо, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я хочу вам показать свою работу, выполненную на заказ. Работа была не скраповая. Я как очень давно делала что-либо из фетра, и этот заказ именно фетровый. Это вот такая вот развивающая книжечка для Гордея. Здесь я еще не приклеила аппликацию. Где-то вот еще надо ниточки убрать, вроде все убирала. То есть у нас получилась вот такая вот толстенькая книжечка. Заказала у меня моя бывшая коллега, мы работали. Все странички у меня с люверсами и закрывается на вот такой шнурочек. И давайте, чтобы сильно не затягивать, начнем, потому что я, если честно, мучилась с этой книжкой. Она у меня вышла где-то 20 на... Я даже вот взяла линеечку, то есть она у нас вышла 22 на 20. Все странички прошиты. Между страничек, я не знаю, как это уплотнитель называется. Юльчик, большое тебе спасибо, что ты мне его одолжила, он меня спас. И давайте начнем. У нас рассчитывалось на 8 разворотов, но один мы убрали, потому что я не могла найти к нему подходящих деталей. Первый у нас вот такой разворотик. Здесь у нас кастрюлька. Все отклеивается. И в кастрюльке у нас вот такие вот овощи. На второй у нас, значит, здесь у нас яблочки. Два кармашка. Яблочки у нас на застежках. То есть тут принцип... по цветам. Дальше вот такие вот формы. Формы все двухсторонние, все прошитые. Здесь я усложнила, просто оставила овальчики от фигурок. Следующий, кто что ест. Здесь также на липучках мишка, киска, зайка и собачка. Я еще после видео глазки, тут, допустим, ротик, усики где-то кому-то прорисую фломастером черным, потому что ребенку, мне кажется, это опасно оставлять здесь полубусинки. Не дай бог оторвет и проглотит. Здесь кот, то, что он съедает. Здесь вот у нас вот такие волны. Все здесь прошито. Здесь находятся рыбки. И принцип вот такой вот. Ест. 8 рыбок. Тоже им поставлю точечки на месте глазок. Следующий вот такой вот разворотик. Здесь у нас работы проделано много. Честно скажу, очень много. Мой первый заказ. Я очень долго это все делала, волновалась. Где-то я сначала все прошивала вручную. Это я покажу это в самом конце, потому что я начинала делать с конца. Вот такие вот пазлы. Так, извиняюсь. Вот, тут у нас пазлики, уж не буду. Тоже они на липучках идут. Здесь вот такие счеты. То есть у нас тут такие вот. Здесь вот я уже вышивала все сама. Тут немножко расслабилась. Но ее можно вот так вот спокойно сделать. Сейчас я ее подтяну и вернусь. Вот. И последний вот такой вот разворотик. Здесь у нас ежик. Также все на липучечках. Глазик, стразик, носик. И вот такие вот цветочки. Цветочки снимаются. Двусторонние. Облачка на липучках. Солнышко можно заменить луной. Вот такая вот у меня книжечка получилась. Книжкой я, честно скажу, довольна. Помучиться мне пришлось достаточно с ней. Заказчице я еще не отдавала, но скоро уже отдам. Ну, точнее, на момент снятия книжка еще у меня, потому что заказчица в отпуске. Надеюсь, что ей понравится. Мне останется только аппликация и глазки нарисовать. Поэтому вот такая вот толстенькая книжечка у меня получилась. Книжка большая, фотофона подходящего я, к сожалению, не нашла. Поэтому, если вам понравилось это видео, поддержите, пожалуйста, его пальчиком вверх.
Подписывайтесь на мой канал, все ссылочки будут в описании. Всем творческого вдохновения. Пока-пока. Ваша Аня.